Та-тира-тира-тира там. Три ехидны под окном дружно дохали с трудом. Кабы я была ковидна, молвит первая ехидна, я бы, судя по всему, полечилась на дому. Кабы я была ковидна, говорит сестра ехидна, надевала б каждый день маску прямо на мордень. Кабы я была ковидна, третья молвила ехидна, я бы вакцину приняла, родила антитела. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит он, президента эталон. Во все время разговора он стоял позади забора и решил принять пари от ехидны номер три. Здравствуй, милая ехидна, раздевайся, коль не стыдно, от озноба и соплей уколю тебя филей. Вот тебе порция вакцины от российской медицины, я давно уже хотел этих самых антител. Вы ж, голубушки ехидны, что страшны и неликвидны, лесом, полем и лужком в поликлинику пешком. Там в общественной гиене вас просветят на рентгене, в суете и темноте, может, сделают коте, помурыжат две недели, чтоб вы сдохнуть захотели, но останетесь в живых ради графиков кривых. Шум да гам на всю Европу, царь вакцину колет в попу, не себе, а той девице, что готовая привиться. На кушетку прилегла, в попке тонкая игла, все печали утоли и кали меня, кали. Царь вакцину применил, всех министров побронил и обратно в свой мирок теплый скромный бункерок. Двум ехиднам так обидно, их колбасит очевидно. Жить ехиднам неохота, то ломота, то тошнота. От простуды прямо мрут, а анализ не берут. От Владимира Вича ни кареты, ни врача. И слезится из глазницы, и врачу не дозвониться, и в больницах нету мест на 500 каме окрест. А ехидна номер три в санатории в Твери за участие в испытании на трехразовом питании. Рядом с нею доктора с ночи прямо до утра с темпераментом Отелло ждут заветных антител. Чу, анализы поспели. У ехидны в нежном теле расчудесные дела родились антитела. Пляшет славная барвиха, пляшет баба Бабариха, и бухи с легонца по ватсапу шлют гонца. Родила ехидна в ночь то, что сможет всем помочь. И мышонку, и лягушке, и неведомой зверушке всем поможет тут и там, но сначала только вам. Как услышал царь-отец, вышел к людям наконец, и давай им улыбаться, и от брусьев отжиматься, олигархов проверять, в речки бурные нырять, демонстрировать приемы и устраивать приемы. Шайбу бросил, мячик пнул, Меркель ловко подъебнул. Посмотрите, каково! А в России никого. И такой покой в природе. Всем пришел цугундер вроде, но кроме ближних да своих, ради графиков твоих. Обезлюдила земля за периметром Кремля. Ты, считай, один остался со своей ехидной, бля. Среди свалок и песков, неприкаянный Песков, скачет Валя Терешкова с результатами мазков, и Медведев сгоряча спит и пляшет ча-ча-ча. Остальные все подохли в ожидании врача. СМИ, родимые, не врут. Все окей, и там, и тут. Но народ неблагодарный. Прям назло берут и мрут. Без анализов и проб чуть чихнули сразу в гроб. И опять морщинки лезут к обнулятору на лоб. И щемит в его груди, и ехидно прочь поди. Энто присказка, не сказка. Сказка будет впереди.